Уважаемые ульяновцы, дорогие друзья, коллеги, сегодня для меня очень волнительный и очень важный повод обратиться к вам. Мы много с вами вместе работаем. Вы знаете о том, что я плоть от плоти житель и гражданин Ульяновской области. Но сегодня я обратился к главе нашего государства, нашему президенту, с просьбой о добровольной отставке для того, чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной Думы. Мне представляется о том, что мы с вами, сделав за эти 16 лет очень много добрых и очень важных дел, сейчас должны вместе сосредоточиться на продвижении интересов и Ульяновской области, и других регионов Российской Федерации. И, конечно, мы все отдаем себе отчет о том, что мир быстро меняется. А раз так, то время пришло и в том числе для молодых команд, для молодых управленцев. И я искренне верю о том, что новая команда сохранит все наши лучшие наработки, привнесет лучшее, новое, что есть в нашей стране, для того, чтобы повысить качество и уровень жизни ульяновцев. Именно этим обусловлено мое огромное желание избираться в Государственную Думу. Дорогие ульяновцы, верю, что вы меня поддержите. Верю, что мы вместе с вами будем и дальше помогать нашему президенту, и дальше развивать нашу Ульяновскую область, и дальше помогать нашей замечательной стране России.